Доброе утро! Мы сегодня будем готовить ассорти из рыбы с овощами. Для приготовления этого блюда нам понадобятся креветки, рыба дорада, кальмар, лосось, форель, овощи, тимьян и соль, перец и оливковое масло. Начнем с рыбы. Включаем нашу плитку. Сибо делим на две части. Потому что для одной порции нам многовато будет. Чуть-чуть перчим. И несколько капель на сковородку. А теперь мы будем жарить тимьян для аромата и вкуса. Сверху выкладываем рыбу. Тимьян перебивает запах рыбы. Буквально за 3 минуты рыбу мы пожарили. Рыба готова. Теперь начнем декорировать тарелку. Выкладываем наши овощи. Я их заранее припустил, припущенные овощи. Болгарский перец и кабачок. И начнем выкладывать наши морепродукты. Итак, последний штрих. Мы польем чуть-чуть оливковым маслом. Блюдо наше готово. Приятного аппетита!